За минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров, спасено 18 человек. Вчера около 11 часов вечера произошло задымление квартиры в 9-этажном жилом доме на Комсомольской набережной. Площадь повреждения незначительна – 3 квадратных метра. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Спасены 6 человек. Еще один пожар произошел сегодня ночью на улице Медногорской в Трусовском районе города. Площадь повреждения составила 64 квадратных метра. Спасены 2 человека. Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сообщили в пресс-службе МЧС России по Астраханской области.